После громкой истории на пляже «Фрегат» в Сочи проводятся проверки и инструктаж охранников. Владельцам пляжных территорий напоминают о соблюдении утвержденной инструкции для сотрудников ЧОПов, а также правил в случае нештатных ситуаций. Позиция города Сочи по данному вопросу однозначна. Это вопиющий случай для нашего города. В настоящий момент собрана комиссия, проведена, в рамках которой расторгнут договор с пользователем пляжной территории «Фрегат». В течение 10 дней данное решение вступит в силу. После этого будет проведена конкурсная процедура на отбор иного пользователя пляжной территории. В результате оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в Адлерском районе рейдовыми группами составлено 16 административных протоколов, изъято из незаконной реализации 500 литров алкогольной продукции. Совместные рейды сотрудников полиции, казачества, народных дружин проводятся по поручению главы города Сочи на регулярной основе. Рейды направлены на поддержание правопорядка на всех гостевых маршрутах, а также на пляжных территориях. В администрации Сочи работает телефон горячей линии по вопросам курортов и туризма. По нему граждане могут получить любую информацию о пляжных территориях курорта и сообщить о каких-либо нарушениях. Номер указан на ваших экранах. По поручению главы города Сочи Алексея Копыгородского профилактические рейды представителей городской администрации и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам проходят на регулярной основе. Они контролируют соблюдение пользователями пляжных территорий правил безопасности отдыха на водных объектах, а также проверяют комплектацию спасательных постов и медицинских пунктов. Работа продолжится в течение всего курортного сезона.